Дочь скончавшейся в августе певицы Валентины, легкоступовой Анетта Бриль, попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина лично расследовать смерть ее матери. Девушка направила официальное обращение на имя руководителя ведомства, не забыв упомянуть, что последний муж Легкоступовой пытается избежать наказания. Так, Анетта рассказала, что Фирсов распространяет про ее мать слухи, якобы та вела аморальный образ жизни. Ровно в ту же секунду Фирсов клянется, он любил Валентину и был ей верен. Совершая вышеуказанные действия, Фирсов, в том числе и через СМИ, пытается оказать влияние на ход доследственной проверки по факту смерти моей мамы и добиться отказа в возбуждении уголовного дела, приводит текст выдержки «Пятый канал». Бриль уверена, в случае, если Бастрыкин возьмет это дело на особый контроль, ситуация разрешится многократно быстрее. Александр Иванович, ваш личный особый контроль в самых сложных и запутанных делах неоднократно приводит к торжеству справедливости и законности. Надеюсь, и нашу ситуацию вы не оставите без внимания, резюмировала она.